Я тут немножко набросал уже, но, как видите, слишком большой. Сделал кое-какие наброски. То есть, что я хочу сделать? Хочу такой большой лобовой панцирь, соединить все это с мощным рогом, ушки, ноздри, глаза. Ну, где-то должно выглядеть вот так. Ну, у меня есть еще пара изменений, поэтому, наверное, сейчас сделаем изменения эти. Как я сказал, вначале нам нужна такая серьезная лобовая кость, да? Где-то вот так. Естественно, она будет немного здесь. Закругление, потом сделаем такие накладки, чтобы это выходило из, так, сам рог. Рог сделаем таким кибернетическим, допустим. Я думаю, было бы хорошо, если бы мы здесь сделали всякие разные трубочки. Здесь входные отверстия. И как-то их так соединяли трубочками. Так. Эти, возможно, такой металлический. Текстуру такую дадим. Здесь лобовую часть пришпандорим, выведем парочку шестеренок из лба, как раз, ну, чтобы стимпанковскость придать. Вот так. Ухо у него растет здесь. Давайте сделаем его такое металлическое ухо. Здесь, возможно, тоже пару шестеренок. Сделаем пару завиточков, как в часах. Ну, вот так. Так, глаз должен быть под нависшими такими бровями, чтобы он злобный был. Сделаем ему еще такой ирис. Ну, это не ирис, а такие полоски, как бы. Так, теперь рисуем морду. Так где-то будет. Здесь я бы хотел ему сделать выходы такие, как у газовых баллонов бывают такие выходы. И тоже в корпусе небольшое отверстие вывести, пару трубочек, вот так. Ноздри сами собой, сделаем ноздри, здесь соединим. Если мы не хотим мучиться, можно, в принципе, сложить и обвести. И тогда получится точная копия. Вот у меня получилось следующее. Не знаю еще, может быть, я здесь сделаю в ноздри ему такие гофрированные шланги. Посмотрю, как это будет выглядеть все. Главное, чтобы он не потерял свою бычью натуру. Ну, вроде бы как нет. Ну, где-то вот так у нас должно быть. Что мы сейчас сделаем? Так это вырежем в начале шаблон.
Все, подготовительная работа закончена. Сейчас я еще проверю, насколько она больше. Ну, должно получиться вроде бы. Технология у нас та же самая, в общем-то. Возьмем кусочек стекла, поместим сюда наш шаблон. Иголочку возьмем и обведем аккуратненько все. Хотя можно, я думаю, сэкономить время, если мы просто-напросто вырежем по шаблону контур нашего бычара. Вот так. Готово. А теперь можем чуть-чуть эти края закруглить все и начать уже формировать здесь то, что нам нужно. После того, как шаблон готов и вот эти края сглажены, можем для удобства отправить это запекаться, а потом уже продолжим создавать объем и форму. Так, это у нас запеченная, это не запеченная, то есть это такая двойная. Нужна она мне для того, чтобы создавать здесь объем. Сейчас мы смажем гелем эту часть и начнем творить. То есть я что сейчас хочу сделать? Я хочу таким образом сразу поднять те части, которые будут более-менее подняты. Здесь, допустим, мне это не надо, я сразу это удалю. И таким образом сейчас будем придавать объем, на который уже потом будем клеить все наши прибамбасики. Вот так, вдавливая пальцами, там, где у нас должна быть переносица, здесь у нас должна быть такая лобешница. Таким образом мы себе создаем объем. Постепенно, не торопясь, нам спешить с вами абсолютно некуда. Телец будет аж в следующем месяце популярен. Поэтому тщательно так-то продумано все это делаем. После того, как мы создали более-менее объем, отделили вот рога от ушей, прорисовали, где у нас будут глаза и так далее, можно еще разочек отправить это в печку, потому что у меня есть такое ощущение, я прикупил старый фима, полимерную глину старую, и она довольно-таки трескается, очень трудно с ней работать. Посему отправлю это в печку, а тем временем добавлю геля и попробую это положение улучшить. Ну что ж, настала очередь теперь оформления наших. Сначала займемся рогами. Для того, чтобы создать там иллюзию проводов, я вот вырезал такую длинную полосочку, колбасочку, и вот сейчас начну ее сюда накладывать друг к другу. Работа скрупулезная такая. Ну, как мы уже с вами говорили, мы никуда не торопимся. До пятницы совершенно свободны. Поэтому сделаем такую филигранную работу. Аккуратненько так это. Подводя сюда слой за слоем. Потому что я хочу, чтобы эти провода было видно в просветах
этой обхватки. Ну, вот так где-то получилось у нас. Некоторые могут сказать, ну, что, надо было просто полоски провести здесь, и все, не мучиться. Можно было и полоски, но дело в том, что такой отчетливости, конечно, не будет. Ну, а теперь давайте сделаем вот эти обжимы. Такие вот. И приложим это вот сюда. Обрезов, конечно, лишнее. Таким образом мы сделаем очень декоративную такую рагу. Так, ну и, конечно, не обойдется без заклепочек. Делаем аккуратно, чтобы не примять тот объем, который мы с вами уже создали. Я тут сделал еще шестигранную трубочку. Мне показалось, что интересные должны получаться болтики такие, прям шестигранные. И они действительно получаются. Так, мы их с вами поместим вот в эти ниши. Так, да, очень похоже на болты. В середине еще их мы сделаем отверстие. Это нужно для того, чтобы провести здесь еще пару трубочек. Так, здесь у бычьих рогов обычно бывает утолщение. Мы его сейчас и создадим. Что нам? Что нам стоит? Нанесем такую текстурочку. Вырежем две полосочки подходящего размера. Ну и проведем один, режем. И тут же проведем второй. Это уже обрежем. Вот так. Можно сказать, с рогами мы с вами покончили. Потом здесь станет такая жесткая металлическая плата. Я думаю, что все будет красиво. Ну и воспользовавшись молдингом, давайте сделаем в ушах по шестереночке, а то и по две.
Аккуратненько ставим. Вот так. Ну, еще маленькую какую-нибудь пимпочку такую. Не очень большую. Тоже воспользуемся. Таким образом придадим ему стимпанковский вид, а потом еще наложим такие перышки металлические. И будет хорошо, я думаю. Что нам еще необходимо сделать? Это, ну, улучшить, скажем так, кончики наших рогов. Делается это, конечно, просто. Мы просто накладываем, обжимаем и отрезаем лишнее. Вот так. Приминаем так, как нам хочется. Делаем то же самое со второй. Ну и скрепив тут такой лентой, поставим еще сюда маленькие-маленькие заклепочки. Ну вот, план мы сегодняшний выполнили. Получились у нас довольно-таки неплохие рога, начало ушей. Выглядит немножко странновато пока что, но, по идее, должен вот так в конце выглядеть. Я надеюсь очень. Ну, а пока фирма Петерсон и я, Эдуард Петер, не прощается с вами, мы ждем вас в следующем видео.